Пошли, пошли, Джарик. Что ты там увидел? Ой, ой, ну-ка покажи мне. Ну-ка выплюнь. Так, сейчас я буду ругаться. Ну это еще ладно. Печенье свое уронил. Это еще куда не шло. Так, ну что, идем. Вот мы пришли вот оттуда. Вот там мы погуляли, все. И сейчас мы идем на Бордвок. Ой, ну как они с этим мальчиком, это вообще. Джарик говорит, не отдашь, не отдашь. Брюнет победил. Тут еще маленький, 2,2. Ну вот он прям тоже за этой машинкой, за полицейской, да? Но мы ее уже вернули. Ой, какая красота, какая красота. Хочется весны уже. Давай подойдем, подойдем, пойдем к водичке. Не к водичке, а к этой, к концу Бордвока. Пойдем, подойдем. Сюда, сюда иди, подойдем. Посмотрим на песочек. Народу много. Это вот аквариум тут. Давай подойдем, посмотрим, потом дальше вперед пойдем. Смотри, в песочек и трава прорастает. Смотри, видишь, океан. Океан вот там, видишь? Но мы найдем сейчас какую-нибудь полосочку. Вон там пирс вот этот, вот, но мы до него не пойдем. Там хорошо прям в воду он уходит. Ну, вон туда пойдем дальше. Пошли. Пойдем. Вот он молодец, идет рядом со мной. Давай рядышком иди. Очень тепло, знаете, прямо вот так вот, как женщина идет. Вот так надо сейчас идти. Ну, это, конечно, шикарно для 21 ноября. Прям явно солнце печет. Я сейчас прям сниму ветровку, но его уже все, не буду раздевать. Это временно, да. Давай вон сюда. Молодец какой. Я прям рада, что он идет рядышком со мной. Джарик, я сейчас сниму ветровку, подожди. Что, поезд, да? Ой, я сняла ветровку. Без ветровки-то прохладненько. Сейчас привыкну, просто я уже запарилась. Все, пошли. Нету поезда, но поезд. Но поезд. Вот так. Прям лето. Лето, ну прям весна. Давай вот сюда. Давай вот сюда. Здесь мне лучше будет вести. Вот сюда давай, вот сюда. Вот на это, вот смотри, вот на эту часть. Вот, вот здесь, вот, вот. Ну вот, вот здесь, вот хорошо, вот здесь идти. Вот для колясочки. Но мы идем, мы все смотрим, мы все видим. Ты хочешь к океану? Мы найдем дорожку. Когда будет дорожка, чтобы у нас песок не попал в сандальки. Так, дядя едет, давай. Пошли вот так вот. Ой, крас. Ты хочешь к океану? Мы найдем дорожку, я тебе обещаю. Мы найдем сейчас синюю дорожку и пройдем. Мы пройдем к океану, пройдем, не волнуйся. Подожди. Я вот так буду идти, а ты за мной давай рядышком. Угу. К океану хочешь? Да. Дойдем, дойдем. Не волнуйся, мы найдем синюю дорожку и пройдем к океану. Только не знаю, там коляску будет не очень удобно. Ой, какая красота. Вот люди загорают даже. Камушки положили. Да, это чтобы не было терактов, чтобы никакой грузовой автомобиль не проехал. Это полиция так сделала. Мы вот сюда проходим тихонько. Ой, ну хоть выбираешься к людям, вы знаете, жизнь продолжается. К океану пройдем, я тебе обещаю. Пройдем, не волнуйся. Вот, и смотришь, вы знаете, жизнь... Так, осторожно. Жизнь продолжается. Вот, наши люди общаются. Мы еще океан. Туда хочет, да? Ты хочешь туда? Ну, сейчас пройдем. Сейчас мы найдем такую синюю дорожку, она дальше будет.
Вон там за туалетом. Дальше будет. И мы пройдем с тобой. Как тетя занимается. Видишь, как тетя занимается? Вот она какая спортивная. Молодец. Вот так держать. Мы идем. Джаред хочет к океану. Попей. Вот 6 месяцев разница, а уже большое дело. Это уже, ну, как бы больше понимания, больше уже послушания. А вот между двумя и два, вот между двумя и 2 и 8, где-то вот так вот. Сейчас мы дяде уступим дорожку. Жарик, давай в сторону. Отойди, дядя проедет. Дядя проедет, все. Давай, и давай назад. К океану. Я поняла, что ты хочешь к океану. Но мы сейчас дорожку синюю найдем и пройдем. Я тебе обещаю. Пойдем. Вот, так что я говорила. Ну вот полгода разница, это большое дело. Конечно. Так, сейчас отключим. Вот. Прямо по песочку ходят. Некоторые такие спокойные родители. Вот, например, с коляской песок. А мы не такие. Мы в песок не хотим. Вот дома здесь тоже. Прямо на океан выходит, дорогие. Ну, если там еще где-то повыше, то куда ни шла. А так, конечно, я всегда говорю, жить рядом со стихией, нет. Это очень как-то неуютно. Можно не проснуться, если какой-нибудь чих в океане, и все. Какую-нибудь бомбочку сбросит, и потом раз, такая волна, каких-нибудь 5 метров, и все. И не проснуться можно. Да, так выйдешь на природу, и все. И прямо оптимизм появляется. И надежда, что этому городу, у этого города есть будущее. Есть будущее. It's a beautiful day. Вот видите, положили новое. Вот это дерево. И вот начинается вот такой камень. Это какой-то то ли пластик, то ли камень. На велосипеде тут хорошо ездить. Я поняла, что ты хочешь, я поняла. Но мы дальше пройдемся. Еще немножко дальше, и потом... Садись в коляску, а? Садись, я тебя повезу. Пойдем? Да, щелка такая, щелка, да. Пальчик не надо везде совать. Не надо везде совать пальчики. То есть здесь хорошо на велосипеде и коляску везти. Пошли. А как бы он раскаляется, босиком ходить по нему вообще некомфортно, вот по этому покрытию. А по дереву идешь босиком, вообще шикарно, в любую жару. А вот поэтому очень обжигает. Поэтому очень сильные были протесты, чтобы вот это покрытие не клали везде, чтобы бордвок был бордвоком. Борд – это как бы доска, хождение по доске, по дереву, а не по... Дядя, да, сидит, правильно, пошли. Дядя сидит, да, и дяди сидят, и тети сидят, все сидят. Молодец. Жарик, молодец. Идет, не вижу, где он тут. Солнце отсвечивает. Со мной рядышком идет. Молодец какой, а. Так вот. Ты хочешь посидеть? Нет? Велосипеды, да. Велосипеды. Вот тут сидят люди наши. Гараж. Гараж. А вот здесь вот очень много, частенько бывают бомжи. И бомжи вытесняют наших нормальных людей. Здесь вот эти каменные своды, вот эти каменные, очень хорошо, когда жарко. Здесь очень хорошо в жару, такая прохлада. Но здесь любят летом бомжи быть. И бомжи вытесняют наших нормальных людей, потому что они не хотят слушать их пьяные речи. И...
смотрите на их вот эти вот, они плохо пахнут. Куда? Еще не дошли. Пошли еще вперед немножко. Кстати, вот играют все. Вышли. Что? Вышли люди. Смотри, как в мячик играют все. Видишь? Просто отлично. Все играют. Не знаю, летом было такое? Как-то запрещали вроде. Вот. В общем, короче. Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Держу это. Подожди секундочку. Сейчас я наставлю на паузу. Вот здесь тоже колоритный такой этот. Видите, как вот люди, вот они вот на втором этаже живут, или там какой-то этаж. И они прямо вот тут, у них как бы такой дворик одесский над сидящими вот так нашими бабушками. Это вот такие дома, они, ну, как бы старые такие дома. Построены, не знаю, 100 лет назад, наверное. И вот так вот люди выходят, они уже тут общаются, вот эти двое мужчин. Вот прямо они как бы через какие-то тут балкончики такие у них. Как бы балкон, не поймешь где. Так, этот занялся бутылкой. Так, я вообще-то вот на ту детскую площадку хотела, но уже, наверное, пойдем вперед просто. Вот та детская площадка, которая у нас была целью. Сейчас давай подойдем туда вот сейчас поближе, посмотрим, что там за площадочка детская, чтобы нам в следующий раз знать. Мы сейчас не пойдем туда, тут песок, да, много песка, видишь, как ездят, видите? Ну, хотя бы мы сейчас посмотрим, что за площадка. Стоит ли нам в следующий раз на нее? Что? Подожди, подожди, Джарик, я хочу к забору поближе, к забору, вон туда. Площадку посмотрим. Давай посмотрим, стоит ли она, эта площадка, чтобы к ней идти. Давай посмотрим вот здесь вот. Вот сюда, давай подойдем. Да, то посмотрим. Вот смотри, видишь, тоже детская площадка. Ну, можно сюда тоже. Видишь, тут много всего. Ты хочешь на нее сейчас? Ты на нее сейчас хочешь? Нет. Нет? Туда хочешь, на площадку? Нет? Нет. А? Хочешь или нет? Хочешь на нее сейчас? Нет. Нет, да? Не пойдем, нет? Ну, такая здесь, просто походить. Нет? 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 Идем вперед. Ладно, мы к океану подойдем лучше. Пошли. Нет. В следующий раз мы на нее сходим, да? Нет. Ты хочешь туда? Нет. А? Не слышу. Хочешь или нет? Нет. Нет, да? Ну ладно, нет так нет. Вон там вход. Тут больше просто хождение. Она видно, что такая несовременная. Тут просто надо ходить, ходить. Ну ладно, пошли вперед. Ну что? Эту бутылочку взял. Хорошо, тут люди гуляют. Ловят денечки последние, теплые. Ну, кстати, так иногда бывает и в декабре. Вот, потому что мы находимся на одной параллели с Анталией турецкой. Но у нас холоднее почему-то, чем... Что? Что там? Чайки? Так, вот он вытащил бутылку. Все, у нас теперь начинается игра. Открыл-закрыл. Бутылки – это наша слабость. Все баночки, все бутылочки – это наша слабость. Вторая после машинок. Вот, теперь он идет, открывает, закрывает. Вот там, что ли, это синяя? Где она? Там. Или так просто люди. А может быть, знаете, что? Я, может, зря ищу эту синюю дорожку. Да все, наверное, синие дорожки убрали. Наверное, когда зима, их убирают. Сезон заканчивается, их убирают, наверное. А я ему говорю, сейчас дойдем.
И никак мы не доходим. Ну ладно, он пока занялся этой. Вкусненько из бутылочки-то. Ну, понятно. Айскрим. 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 Видите, каким есть шедевры. Я сейчас его отвезу домой. Русская речь. И ты кашляешь, и я. Ой, ты, господи. Так, слушай. И там вот у Ашана есть еще одна детская площадка. Мы сейчас до нее дойдем и посмотрим, сравним. Значит, я так думаю, что это неинтересное. А вот надо ехать туда, либо к Ашане выходить, либо вот туда, где мы были. Та хорошая площадочка. Когда новые площадки, они как-то делают их более удобно для людей, учитывая все минусы предыдущих. Вот наши тети. Огромное количество. Откуда они все вышли? Они прямо гурьбой идут. С какого-то мероприятия, наверное. Вот, а вот здесь вот сидят вот эти вот пьяницы. Видите, эти испаноговорящие. Где-то тут живут они. Так, ты идешь? Слушай, ты столько сейчас выпьешь, я тебе говорю, не теряй крышечку. Человек. Так, осторожно, осторожно. Осторожно. Ну что, так вот работают они на волна, Татьяна Гриль. И там Татьяна. Вот все тут на улице столы выносят. Смотри, сейчас дядя будет на гитаре играть. Посмотри, Джарик. Дядя будет сейчас на гитаре играть. Дядя марихуану курит и играет. Пошли. Идешь? Вот так мы ходим теперь. Сейчас давай сопельки вытрем. Давай сопельки вытрем. Уже клади назад. Нет. Бутылку не отдам. Машинку не отдам и бутылочки никакой не отдам. Да. Да. Я думаю, что их все собрали. Ну ладно. Все, пошли. Это гвозди называется. Это называется гвоздочки. Гвоздочки, пошли. I love you, my friend. We will celebrate 22 years friendship forever. You are my sister forever. Наши люди в Голливуде. See you in Florida. Тетя сказала. Я попить? Ну давай. Давай, дай попью, дай попьем, дай попьем. Ой. Ну не расстраивайся. Тебя там, у тебя еще. А где твоя бутылка? Мы ее не потеряли? А где?